Сегодня начал работу форум отцов Новосибирской области. Это значимое событие не только для региона, но и в масштабах всей России. О чем думают и переживают чуткие и заботливые папы, расскажет Константин Клещин. Утверждение традиционных ценностей в Конституции, конечно, большой шаг на пути возрождения России. И теперь это все идет в жизнь. Многое зависит от ответственных мужчин, говорят участники форума отцов. Теперь уже актуальны вопросы прикладные. Этим и делятся гости. Проект, с которым мы приехали сегодня в Новосибирскую область, он называется «Мужской разговор». Мы уже в течение продолжительного времени, порядка 4 лет, реализуем его в Республике Татарстан. Это формат отцовских собраний в школах с целью более глубокой интеграции пап, дедушек, дядь в образовательную жизнь своих детей. Но подходы к проекту вдумчивы. Например, общественники хорошо продумали время таких собраний в школах с учетом экономической специфики Татарстана, чтобы не отвлекать мужчин от производства. Иными словами, форум практический. И это очень нравится Сергею Соловьеву, который уже сам готов вступить в совет отцов. Ну, для меня, как для молодого отца, это собрание единомышленников, собрание отцов, которые имеют свое мнение. Таким людям сейчас уделяется внимание. Форумы проходят во многих регионах. Новосибирская область известна тем, что от нее пошла идея учреждения Дня Отца. Теперь это 16 октября. Важен и опыт взаимодействия органов власти с общественниками. Так форум проходит при поддержке Министерства региональной политики. Наша основная цель – это все-таки заниматься воспитанием. То есть мы говорим, что нам нужна идеология в нашей стране. Мы должны придерживаться каких-то ориентиров. То есть мы не должны находиться в каком-то безвоздушном пространстве, где деньги решают все. То есть мы должны уважать своих предков, уважать своих старших, почитать их. То есть это должно передаваться из поколения в поколение. Для этого, например, только в Новосибирской области проходят десятки акций и проектов от организаций отцов, военно-патриотические и спортивные слеты, семейные праздники, дни поддержки пожилых. Анатолий Харитонов, Константин Клещин, Сергей Жданов. Новости ОТС.